За 20 лет в России стало вдвое больше счастливчиков. С 1992 года по 2012 в России практически удвоилось число людей, ощущающих себя таковыми. Как показывают опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения, доля счастливчиков выросла за это время с 42% до 79%. Причем наиболее высока доля счастливых людей среди молодежи – 91%. А меньше всего их среди пенсионеров 68%.